Друзья, здравствуйте, меня зовут Анастасия Зацепина, и в эфире «Тема дня». Почти 30 лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем информированности о раке молочной железы. По всему миру проходят акции и информационные кампании, призванные привлечь внимание к проблеме диагностики и лечения этого заболевания. Мы сегодня поговорим о женском здоровье. Наш сегодняшний эфир будет касаться и рака молочной железы, и других проблем, с которыми сталкиваются женщины в современном мире. Символом рака молочной, борьбы с раком молочной железы стала вот такая маленькая розовая ленточка, и сегодня мы надели все вместе ее. У нас в гостях две прекрасные женщины. Это заведующая отделением клиника женского здоровья медицинского центра имени Аваева, врач-акушер-гинеколог высшей категории Татьяна Николаевна Казаишвили. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. И волонтер Тверской областной общественной организации помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Все в твоих руках» и организации охраны здоровья женщины и семьи Марина Королькова. Марина, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Татьяна Николаевна, у меня первый вопрос к вам. От каких проблем наши женщины страдают чаще всего? Поговорим о статистике заболеваемости в России в целом и, в частности, по Тверской области. Что можете сказать? Ну, главная проблема среди онкологических заболеваний и у женщин и мужчин – это рак молочной железы. Если у мужчин это рак легких, то для женского населения это рак молочной железы. И к 2020 году заболело уже порядка 10 миллионов женщин этим заболеванием. У нас в области цифры, скажем так, колеблются около 700 женщин в год. Мы выявляем и лечим от рака молочной железы. То есть это достаточно большие цифры. Но радует то, что если это заболевание мы выявляем на ранних стадиях, то выживаемость этих женщин высокая. Самая высокая выживаемость – это в странах с высоким уровнем дохода. Это Америка, там порядка 90% пятилетняя выживаемость. И самая низкая – это в тех странах, где экономически они слабые. То есть там Индия, африканские страны, там пятилетняя выживаемость после выявления рака молочной железы где-то порядка 40%. Вот. Ну, мы находимся где-то посерединке. Вот. И если так считать, то азиатские женщины меньше болеют раком. То есть это японки, китаянки, они меньше болеют раком в разы. Но когда они переезжают в цивилизованные страны, в кавычках, да, то заболеваемость, они болеют так же, как и обычное население. Интересно, вот почему, кстати говоря? Ну, во-первых, генетически они немножко другие, да, другой расы. И у них там диета совсем другая, и образ жизни совсем другой. И когда они следят за своим здоровьем по-другому, и поэтому заболеваемость у них там намного меньше. Заболеваемость и смертность от этого заболевания. Угу. А что касается Тверской области, что можете сказать? Ну, в Тверской области рак молочной железы стоит прямо на первом месте. Уже лидерство такое, уже прямо долгое, скажем так. И среди всех онкологических женских заболеваний рак молочной железы тоже занял первое место. Радует то, что уменьшается одногодичная летальность, то есть это хороший показатель. Увеличивается продолжительность жизни у женщин. Уже много женщин после этого заболевания живут долго, и для этих женщин рак уже не приговор. И я вот хочу вас поддержать, акция «Розовая лента», да, что наша задача не пугать женщин этим злым заболеванием, а наша задача информировать женщин о возможностях современной медицины и о возможностях профилактики и ранней диагностики этого заболевания. Потому что, конечно, когда мы слышим слово «рак», это, конечно, страшно. Но на самом деле на сегодняшний момент онкология развивается, мне кажется, вот очень бурно идет развитие онкологии в плане того, что новые препараты, новые методы лечения, новые методы диагностики. И у пациентов с каждым месяцем, с каждым днем, с каждым годом есть шансы на жизнь, скажем так.
Такой вопрос. Давайте обсудим с вами возраст женщин, которые болеют чаще онкологическими заболеваниями. Есть ли такая тенденция, что сейчас онкологические заболевания помолодели? Ну, понятно, что возраст — это как бы одним из признаков онкологического заболевания — это возраст. Чем взрослее человек, тем у него больше риска получить это злокачественное образование. Для женщин возраст — это 50-60 лет. Как для рака молочной железы, так и для рака яичников. Для рака шейки матки возраст смещается в более молодой возраст. Это там 40-50 лет. То есть женщина, когда еще, в принципе, возможно, даже к рождению ребенка. Но все равно, чем больше у нас гормонов, тем больше мы моложе, тем мы защищены от любого онкологического заболевания. Да, существуют молодые раки, но чаще всего эти раки связаны с наследственностью. То есть наследственные раки, они проявляются рано. А вот спорадические раки, которые возникают в результате внешнего воздействия и внутреннего изменения в балансе гормонов, возникают в более позднем возрасте. То есть рак молочной железы и рак яичников – это удел взрослых женщин, когда заканчивается их гормональная, скажем так, функция, когда они входят в состояние менопаузы. Давайте поговорим, знаете, о чем? О том, какие предпосылки существуют к онкозаболеванию, помимо возраста. Я имею в виду вирус папилломы человека и что-то еще. Ну, вот эти причины мы, в принципе, все знаем. Не знаем основной, почему это происходит, да? Вот что является вот именно пусковым моментом. А так уже, мне кажется, все устали об этом говорить. Это наш всесущий здоровый образ жизни. Первое – курение, алкоголь. И доказано в процентах больших исследованиях, что женщины, которые курят, женщины, которые употребляют каждый день там, 10 грамм алкогольных напитков ежедневно, у них риски развития онкологических заболеваний на 6% выше, чем в среднем в популяции. Это гиподинамия. И самое страшное заболевание, скажем так, сегодняшнего дня – это ожирение. Ожирением повышает риски развития онкологического заболевания в 6, там, 10, 12 раз по разным данным. То есть мы все боимся рака, но на самом деле нам надо бояться и бороться с ожирением. Потому что ожирение – это увеличение изменения метаболизма глюкозы. А раковая опухоль очень любит глюкозу, повышенный уровень глюкозы. Это повышенный уровень инсулина, а инсулин – это гормон, который заставляет расти, в том числе и раковые опухоли. Жировая ткань, она активно сама продуцирует эстрогены и другие половые стероиды, которые тоже влияют на рецепторы гормонов в организме женщины. И вот если бы у наше все поколение, вот сейчас женское, было бы худенькое, то ну вот на 30% заболеваемость раком мы бы снизили. Вот только гиподинамия, ожирение. И сейчас, конечно, проблема – это хронического стресса. Это недосыпание. И если посмотреть на планету сверху, то она у нас освещена. Она у нас сейчас прям вот освещена. Поэтому фонари, вот это вот все наше уличное освещение, если окна не зашторены, если нет штор блэкаута, они тоже воздействуют на нашу сетчатку. Мы неправильно спим. И гормон мелатонин в организме женщины вырабатывается плохо, мало мелатонина, значит, высокий кортизол – это гормон, который поддерживает уровень стресса в организме женщин. Правильно спать, правильно кушать, употребление тоже жиров – это тоже фактор развития онкологического заболевания, но особенно вот эстроген-зависимого заболевания. То есть если вот соблюдать вот эти вот, как бы основные моменты, в плане женской репродукции, да, то сейчас женщины стали поздно рожать. То есть раньше роды у нас были 23-26 лет, да, сейчас поздние роды, и поэтому при поздних родах молочная железа формируется позже, нагрузки на организм позже, и считается, что поздние роды – это тоже как фактор риска развития онкологических заболеваний. Вот об этом я хотела поговорить попозже, немножко поподробнее. Сейчас мы прервемся на рекламу и потом вернемся.
Друзья, возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы говорим о женском здоровье. У нас в гостях Марина Королькова, которая столкнулась с проблемой с онкозаболеванием. Марин, расскажите нам свою историю. Ну, это было 10 лет назад. Нашла я горошинку сама у себя в груди. Не придала этому никакого значения. Думала, ну, может быть, мастопатия какая-то. Сейчас пойду к врачу обследуюсь, какие-нибудь пропишут мне таблеточки волшебные. И у меня все рассосется, я здоровая, ну, молодая девчонка я. Даже подумать, мысли не могла допустить, что это онкология. Вот. Пошла к врачу. Меня нашли, обнаружили онкологию, рак молочной железы. Правда, под вопросом сначала поставили, до операции я не знала точно диагноза. Ну, уже на операцию уже выявили, что это, да, оно. У вас были какие-то предпосылки, что-то болело или это просто? Нет, это не болит, совершенно не беспокоило, не мучило. Это я сама, ну, когда раздевалась, там, одевалась, снимала бюстгальтера и обнаружила. Вы сказали, что, Татьяна Николаевна, вы сказали, что рак может возникать по наследственным причинам, по образу жизни. В случае с Мариной это было, вам было 30 с небольшим, да? 34 года было. Да, но чаще всего вот молодые раки – это генетически обусловленные раки, когда есть поломка гена и происходит вот развитие опухоли. Ну, пример вот такой – это Анджелина Джоли, да? У нее есть поломка генов BRCA1, BRCA2, и у нее были риски развития рака молочной железы 87%, и она, по-моему, там в 2013 году во всеуслышание, и, в принципе, честь и хвала ей, она заявила о том, что вот есть такая проблема. Она сделала профилактическую мастектомию, то есть удалила две молочные железы, а потом, немножко попозже, она удалила и яичники, потому что если это генетически обусловленное заболевание, то чаще всего и потом яичники, скажем так, выстреливают немножко попозже, более позднем возрасте. И вот это хорошо, когда звезды такого мирового масштаба привлекают внимание к проблеме. Вот. Ну, генетический рак у нас где-то процентов 15 от всех опухолей. Поэтому все женщины, которые рано заболели, до 40 лет, им рекомендуется обследовать на генетические мутации в генах BRCA1, BRCA2, ЧЕК. Сейчас такие панели есть. И делается это исследование, это анализ крови, делается раз в жизни. Ну, есть они укороченные, есть более, на более разные там генетические поломки. Но стоимость таких анализов от 4000 выше, плюс консультация генетика. Но это надо делать, потому что если в семье есть такая генетическая поломка, она касается как женщин, так и мужчин. То есть мужчины болеют эстроген-зависимыми заболеваниями. Это рак желудка, рак кишечника, рак прямой кишки, рак легких. Ну и молочная грудная железа. В прошлом году в Тверской области 5 мужчин заболели раком грудной железы. Вот в этом году в нашем отделении уже тоже одному мужчине мы такой диагноз поставили. Да, то есть это проблема не только женщин, но и да. мужчин в том числе. Конечно, в том числе. Они болеют редко, но болеют ну, в том числе. Ну, болеют в том числе, да. Марина, слава богу, что ваша болезнь отошла, и после нее вы начали заниматься волонтерством, помогать женщинам, которые столкнулись с такой проблемой. Расскажите о своей работе. Ну, да, помогаю. Стараюсь помогать нашим женщинам. А помогаю чем? Ну, своим примером помогаю, что это диагноз, что это лечится, что не надо прятать голову в песок, не надо бояться, не надо идти никуда в нетрадиционную медицину, какие есть мухоморы, это вообще категорически не надо ничего. Я призываю идти к врачам, обследоваться, довериться врачу и делать все, что скажет врач. Найти своего, наверное, врача, да, которому доверяешь, и просто следовать его указаниям. В принципе, сейчас, как Татьяна Николаевна сказала, очень развита у нас медицина. Да, каждый год появляются все новые и новые препараты. Медицина не стоит на месте, поэтому, да, вылечивают, излечивают, новые протоколы пишутся и как-то, да. Ну, очень страшно, я хочу сказать, что, конечно, когда тебе ставят диагноз рак, и женщина, конечно, находится вот просто в шоковом состоянии. Поэтому вот в нашем отделении, в центре Аваева, у нас в отделении работает два онкопсихолога.
То есть перед тем, как сказать женщине, что у нее такое заболевание, мы консультируем с психологами, потому что есть определенные стадии принятия решения, и там проходят они отрицание, что это не может быть со мной, я ничего не буду делать и так далее, а уходит золотое драгоценное время. Поэтому вот психологи, а особенно вот женщины-волонтеры, которые открыли свой статус, которые не боятся сказать об этом, они помогают вот на своем личном примере. Они беседуют с женщинами и в онкодиспансере, и потом приглашают на встречи уже в группу взаимопомощи. То есть они рассказывают о своих каких-то новых нюансах, которые вот они, как они пережили. И это намного легче воспринимается женщинами вот, от равных себе, чем, допустим, там, от медицинского персонала или так далее. Они, конечно, слушают и врачей, и медсестер, но когда вот равный на равных, они, конечно, для них это более понятно и ближе, скажем так. И потом они объединяются общей целью жить. У них очень интересные мероприятия. Они посещают разные, входят в разные проекты. Вот Марина у нас участвовала в одном проекте. У нас известный фотограф сделала такую прекрасную фотосессию с женщинами, которые перенесли это заболевание. Они в Кремле получили награду, очень красивую. Да, но они начинают жить совсем другой жизнью. Да, и это правда. Да? Это правда, да, жизнь у меня поменялась, но опять, Татьяна Николаевна правильно сказала, что надо идти к психологу, я в этом поддерживаю, сама ходила, сама приветствую, сама увлеклась немножко психологией, одно время даже думала поступить на психолога, выучиться, но пока у меня все это в планах где-то, да. Вот. На самом деле, очень помогает разобраться в себе. Не почему я заболела, а для чего я заболела, что это мне дало. Как Дарья Донцова тоже говорила, что это было у нее лечение вот, да, после диагноза, что это было самое счастливое время. Вы знаете, как ни парадоксально, я тоже так считаю, что у меня это было самое счастливое мое время. Потому что я поняла, что жизнь, она не где-то потом, там, когда я там всех накормлю, там, в садик сведу, уроки выучу, она вот именно здесь и сейчас, вот в этот момент. Что, может быть, завтра уже и не будет, когда уже всех покормишь и выучишь. Поэтому я старалась больше времени проводить со своими близкими, с детьми. Мы и читали, и гуляли, и пазлы собирали. Кто-то скажет, что это ерунда, но это, поверьте мне, это очень важно для женщин найти для себя и для своих детей время, общее время, уделить друг другу внимание. Порой нам этого очень не хватает. И вот психологи, да, они помогают вернуться к себе, почувствовать себя женщиной, почувствовать свою важность, нужность, полюбить себя. Любить себя для женщины – это крайне необходимо. Разумный эгоизм должен быть в каждой женщине. Я только за это. Я к этому призываю. Любите себя, женщины наши дорогие. Да, найдите для себя время. Марина сказала, что у нее проблема была, она буквально нашла у себя горошинку, да, то есть она вовремя обратилась, да, к врачу, что важно отметить. Важно приходить к врачу и диагностировать это. Лучше предупредить болезнь, чем потом доводить, да, до... Да, тем более есть такая возможность. У нас в центре Аваева сейчас два великолепнейших маммографа. Такое оборудование, о котором можно было вот, да, пару лет назад просто мечтать. Когда открывалось наше отделение, а мы работаем абсолютно бесплатно по ОМС, мы определяли все руками. А теперь у нас есть маммограф с томосинтезом, это который послойно-послойно, прямо вот на миллиметрике смотрит ткани, стереотаксисом, то есть это возможность получения биопсии кальцинатов. Вот это уникальное оборудование, которое сейчас у нас есть в Тверской области. Мы работаем в две смены. Наши рентгенологи – самые лучшие диагносты по раку молочной железы, потому что они смотрят в год по 12 тысяч маммограмм. А это, ну, европейский стандарт – это 5 тысяч маммограмм. Поэтому, безусловно, мы специализируемся на этом, мы являемся экспертным центром, и поэтому, да, к нам есть запись. Но, тем не менее, возможность обследоваться заранее, запланировать раз в 2 года женщине после 40 лет надо обязательно. Раз в 2 года. Да. Если нет патологии, если есть патология, и врач назначает дополнительно, это прием там гормональных препаратов, если есть мастопатия и еще что-то, тогда маммографию мы делаем раз в год. Также мы не забываем
об ультразвуковой диагностике для молодых женщин до 40 лет. И ультразвуковая диагностика для взрослых женщин, она не является, скажем так, альтернативным методом. Это дополнительный метод исследования. То есть, если есть какие-то непонятные случаи, мы ультразвук можем делать чаще. Раз в полгода, раз в 3 месяца и так далее. То есть это не противоречащие друг другу методы, это методы, которые работают вместе. Если у нас есть какие-то изменения и непонятная ситуация, ультразвук одно показывает, маммография другой показывает, там, цитологическое исследование третье показывает, тогда мы идем уже на МРТ с контрастом. Но это вот как бы дополнительный метод, который позволяет определить, ну, что там действительно происходит, но это как бы уже не скрининговый метод, это дополнительный метод обследования, и он назначается реже, чем обычное исследование. А вот мне интересно, я знаю, что существует такой факт. Скажите, правильно ли я думаю или нет? Чем чаще в своей жизни женщина рожает, тем меньше риск возникновения онкологических заболеваний. Это правда или это миф? Ну, не так. Главное, чтобы женщина кормила грудью. И чтобы первые роды были до 30 лет. Потому что молочная железа формируется со временем. То есть, если женщина не рожала, у нее будут проблемы. Потому что, когда молочная железа созревает, она созревает только тогда, когда женщина начинает кормить грудью. И не 3 месяца, а как минимум 6 месяцев. Тогда развиваются дольки первого, второго, третьего порядка, и тогда они менее подвержены вот этим диспластическим изменениям. Это да. Угу. Давайте поговорим о методах лечения. О методах диагностики мы уже поговорили, мы поняли, что существуют суперсовременные, да, методы, которые позволяют обнаружить онкозаболевание достаточно быстро, да. Что касается именно лечения, как много времени может пройти до операции непосредственно? И если дело дошло, то это операция полостная или это методом прокола? То есть... Ну вот у нас диагностика рака молочной железы в нашем отделении ограничена определенными нормативами, и мы ставим рак в течение 7 дней. Это гистологическое исследование. И чем сейчас мы работаем в очень тесном сотрудничестве с нашим онкологическим диспансером Тверским, и гистологию мы делаем в рамках, ну, делаем в Тверском онкологическом диспансере сразу с иммуногистохимией. То есть мы сразу определяем, какая это опухоль и какое лечение необходимо данной женщине. И женщина уже после нашей кур-биопсии, после взятия гистологического материала, она через 7-10 дней попадает по зеленому коридору. Ее записывают сразу или на операцию, или на химиотерапию. И после того, когда консилиум принимает решение, то есть, в принципе, это ограниченное время от диагностики до начала заболевания. Это и нормативные акты, и возможности сегодня взаимодействия наших учреждений. А что касается рака яичников и рака шейки матки? Ведь тоже проблема, мы уже об этом сказали, да, что проблема действительно очень серьезная, но методы лечения именно, это полостная операция или... Я сейчас хочу сказать вот по молочной железе, что вот у нас сейчас новые руководители отделения молочной железы, и они внедряют инновации. Если раньше это было полностью удаление молочной железы вместе с мышечным каркасом, вместе с лимфатическими узлами, то сейчас в зависимости от стадии, от гистологического, от гистологии опухоли принимаются решения о секторальной резекции, о сразу убирается молочная железа и вставляется экспандер для будущей установки импланта молочной железы, чтобы форма молочной железы, ну, не могла женщину, скажем так, сделать некрасивой. И сейчас вот импланты и лоскуты. То есть сейчас очень много методик реконструкции молочной железы для того, чтобы женщине не просто убрать молочную железу, а формы, чтобы у женщины остались. Поэтому вот на эстетику сейчас тоже стали обращать больше внимания.
большое влияние на лечение это имеет химиотерапия. И сейчас химиотерапия разная. Таргетная терапия, терапия, поддерживающая после оперативного лечения. Сейчас разные виды лучевой терапии. Это не просто облучение, там есть разные виды дозированного облучения с меньшей лучевой нагрузкой, с меньшими поражениями соседних органов. То есть и для каждой женщины подбирается индивидуальное лечение. Если мы говорим о раке яичников, то тоже сейчас начинается с циторедукции, полная циторедукция, неполная, с операции, после операции. То есть все зависит от того, какая опухоль есть у женщины. И все принимается индивидуально. Спасибо, Марина. И для рака яичников это балластные операции, конечно. Угу. Марина, у меня к вам вопрос. Вы как волонтер. К вам женщины приходят уже после всех методов, да, лечения, кто-то после операции, кто-то после химиотерапии обращается, да, в общество. Угу. Какую поддержку важно им оказать? Физиотерапия, да, и на моменте после операции важна же психологическая поддержка. Конечно, очень важно. Очень важно понимать, что ты не одна такая, ты не одна в беде, что есть такие же, кто уже прошел этот сложный путь. Он сложный, но это правда лечится. Это просто надо пережить время. Поэтому, да, после лечения очень важно, чтобы женщина обратилась, если она, конечно, хочет. Некоторые закрываются, некоторые уходят в себя и не хотят никого не видеть, не слышать, это да. Но помимо поддержки близких, да, и родственников, но они не пережили этого, они не знают этого состояния. И как раз вот женщины, которые пережили уже это и знают, понимают уже, они становятся как боевыми подругами, что ли. Поэтому женщинам помогаем психологически решать какие-то бытовые проблемы, где даже купить парик, вот просто подсказать, кто вот... где там, как опытом поделиться. Мы делимся просто опытом. Мы не обсуждаем ни лечения, ни в коем случае, ни врачей. Это все с врачами, все индивидуально, да. Как Татьяна Николаевна сказала, да, это все индивидуально. Вот, чтобы не навредить. Наша концепция не навредить, ни в коем случае. Спасибо большое. Прервемся на рекламу и потом продолжим. Так, возвращаемся в студию. Я напомню, друзья, что мы обсуждаем сегодня женское здоровье. Октябрь объявлен Всемирной организацией здравоохранения месяцем информированности о раке молочной железы. Как мы выяснили, раком груди болеют не только женщины, но и мужчины. Гораздо реже, конечно, но их это тоже касается. Кстати говоря, мужчины очень часто находятся рядом с женщинами и диагностируют у них новообразование, да. Потому что это правда. В Европе есть специальные школы для мужчин, которых учат пальпировать молочную железу, и у них там процент выявляемости достаточно большой, когда они выявляют рак у своих подруг. Да. Жен. Это правда. И соседок. Да, и соседок, да. Ведь мужчины действительно находятся с женщиной гораздо ближе, чем и чаще, чем доктор. Конечно, конечно. Да, и это очень важно. Да, но самое важное, что нужно знать нашим зрительницам, это вовремя обратиться к врачу. Нужно регулярно посещать гинеколога, да, минимум раз в год для обследований, чтобы не доводить ни в коем случае до серьезных заболеваний. И я еще хочу сказать, что рак не бывает вот на голом месте. Да? В любом случае, это есть какие-то гинекологические проблемы, потому что рак молочной железы – это гормонально зависимый рак. И если у женщины есть какие-то нарушения менструального цикла, если у нее есть воспалительные заболевания, если у нее есть миома, эндометриоз, то это все говорит о дисгормональном балансе в организме женщины. И поэтому, безусловно, то есть, и даже если у девочек начинаются нарушения менструального цикла, то есть это вот первые звоночки того, что через какое-то время это может произойти и вылиться вот в такое тяжелое заболевание.
Поэтому за женским здоровьем мы должны следить вот с самого раннего развития. Потому что женщина рождается уже с готовыми яйцеклетками, с готовым запасом вот яйцеклеток, с готовыми яичниками. Они нигде не спрятаны, как у мужчин. Да? То есть вот женщина тратит свою гормональную ткань и яичники в течение всей жизни. Мы их не можем заменить. Если у мужчин сперматогенез идет там, каждые 3 месяца, и они могут лечиться, восстанавливаться и так далее, то есть у женщины нет. Девочке нужно, конечно, очень бережное отношение. Я вот хотела еще сказать о новом направлении, которое о современном направлении, которое у нас сейчас есть, это онкофертильность. Потому что многие женщины сейчас живут после рака молочной железы. После рака молочной железы разрешают рожать женщинам где-то в среднем через 3-5 лет. То есть это, в принципе, нормально. Вот. И поэтому до начала химиотерапии и лучевой терапии делается забор клеток, яйцеклеток у женщины, сохраняются эмбрионы, и после происшествия определенного времени, через 3-5 лет, женщина может сделать посадку этих эмбрионов и в будущем родить детей. И это направление считается сейчас, уже много деток у нас родилось от мам, которые перенесли, и у них есть стимул жить дальше у женщин, и они живут очень долго и с очень хорошим результатом. Это касается и рака яичников, когда берется здоровая ткань, она сохраняется, и после этого тоже женщина пересаживаются у нас яичники как на ту область, где делается лучевая терапия. То есть при раке яичника сейчас убирается шейка, сохраняется матка, и женщина вынашивает там с помощью метода там ушивания. Ну, это как бы уже технические наши проблемы. Но без шейки матки женщина вынашивает беременность, сохраняя орган. После рака молочной, рака эндометрия тоже сейчас очень бережно относится к органу, лечит эндометрию, женщина потом рожает, потом убирается матка. То есть сейчас, если раньше онкологи у нас были, ну скажем так, категоричны в отношении органа, где есть рак, мы его полностью удаляли, то сейчас у женщин, которые не выполнили свои репродуктивные функции, максимально сохраняется, ну, в разумных, конечно, пределах этот орган и дают женщине возможность родить. Это же здорово. Да, это здорово, но об этом должна знать женщина. То же самое это касается и мужчин. Для того, чтобы сохранить свои репродуктивные клетки, сперматозоиды, яйцеклетки, ткани яичника, то сейчас есть такие возможности сохранения криобанков, есть центры репродукции ЭКО. То есть, в принципе, это сейчас все возможно. Просто когда женщине в молодом возрасте ставится этот диагноз, она об этом не думает, да, для нее все. Пелена, все закрыто. Но близкие родственники, врачи, акушеры-гинекологи, врачи-онкологи, они должны знать. И в Обнинске есть у них отделение ЭКО, в том числе и для таких женщин, которые в перспективе потом дают возможность этим женщинам стать мамами. Давайте поговорим о спорте и женском здоровье. Вот, мы уже сказали о том, что хороший образ жизни – это поддержка здоровья на всю жизнь. А что касается женщин, которые преодолели онкологическое заболевание. Марина, занимаетесь вот вы спортом? Насколько это важно для вас? Сейчас занимаюсь. Хожу в спортзал 2 раза в неделю, да, занимаюсь на беговой дорожке, бассейн, да, есть такое дело. Татьяна Николаевна, что можете сказать по поводу спорта? Насколько он важен для женщины любого возраста, и в том числе для женщины, которая пережила онкозаболевание? Ну, физическая нагрузка – это, конечно, один из факторов продления жизни. Потому что, опять же, это профилактика ожирения. Это профилактика инсулинорезистентности, потому что рецепторы к инсулину у нас находятся в мышцах. И для того, чтобы правильно усваивалась глюкоза в организме, чтобы эта глюкоза не откладывалась в виде жира в определенных тканях, нам нужно правильное регулирование вот, инсулина в организме. Поэтому
в мышцах содержатся инсулиновые рецепторы, и чем их будем больше нагружать, тем лучше будет утилизироваться глюкоза в нужные места. Она будет идти на энергетику, на поддержки клетки, а не идти на создание жира. Во-первых, физические упражнения – это позитив. Да? Это здоровый каркас тела, да? Это красота. Ну, в общем, большая польза от физических нагрузок. Но при раке молочной железы мы не должны нагружать больную руку, потому что там у нас нарушен лимфооток. Очень часто у женщин бывает одна рука больше другой за счет лимфатического отека. Поэтому с определенными ограничениями, сознанием того, что можно, что нельзя, физические нагрузки должны быть. Но лучше всего это вот скандинавская ходьба, бассейн. Вот такие дозированные нагрузки обязательны, аэробные нагрузки нужны. Еще я хочу сказать, что профилактика рака молочной железы – это умеренное потребление жиров. То есть, да, это белковая пища и умеренное потребление жиров. Когда мы начали много кушать трансжиров, у нас вот это заболевание тоже начало расти. Потому что все наши половые стероиды, все наши гормоны, они проходят утилизацию через печень. И если нарушена функция работы печени, желудочно-кишечного тракта, если нарушена микробиота кишечника, то эстрогены, которые сделали свое дело, они не утилизируются, не уходят из организма, а продолжают циркулировать в крови женщин, вызывая тем самым изменения в клетках, рост, пролиферацию, вот этих в том числе поддерживают и опухолевый рост. Поэтому заботиться о правильном питании и о своей функции печени нужно обязательно. Поэтому нужно смотреть не только молочные железы, но и смотреть, делать УЗИ брюшной полости, смотреть функцию желчного пузыря, смотреть за микробиоты своего кишечника. Также влияет на функцию работы молочной железы – это щитовидная железа. А область наша эндемична на всякие заболевания щитовидной железы. Поэтому обязательно нужно сдавать, смотреть гормоны щитовидной железы, делать УЗИ щитовидной железы. Это тоже очень важно, потому что нет, органы не существуют по отдельности. Они работают все вместе одним большим оркестром. И дирижером оркестра должна стать сама женщина. Она должна понимать, какой чек-лист обследований раз в год у нее должен быть. Вот о чек-листе хотелось бы поговорить. Марина, расскажите, пожалуйста, вы ходите к специалистам? Какие обследования? Обязательно. Какие обследования вы себе проводите? Обязательно. Какой регулярности? Раз в год я посещаю врачей, да, гинеколог, эндокринолог, мамолог обязательно, да. Это, наверное, самые вот важные, самые основные наши врачи, кого стоит проходить ежегодно, да. Татьяна Николаевна, какие обследования доктора обязательно должны сделать женщинам, которые приходят к врачу? Я имею в виду регулярная сдача анализа крови, да, общий анализ крови, с какой целью, да. УЗИ. Вот, для женщин, для всех, кто перенес онкологическое заболевание, существует диспансерное наблюдение. И в зависимости от сроков перенесенного заболевания, они там вначале 3 месяца наблюдаются, потом через 6 месяцев, потом раз в год. Но обычно раз в год женщин мы приглашаем для того, чтобы провести вот такой вот осмотр. Обязательно для женщин с раком молочной железы это онколог-мамолог. Обязательно ультразвуковое исследование здоровой молочной железы и маммография. Обязательно гинеколог, обязательно УЗИ органов малого таза, обязательно смотрим щитовидную железу, мы сказали о важности, да, ну и эндокринолог, потому что чаще всего это женщины, которые страдают ожирением, у которых нарушен метаболический, скажем так, имеется метаболический синдром,
И очень часто вот раньше операции были такие травматичные и нарушен лимфоотток, поэтому мы направляем к реабилитологу. У нас есть отделение реабилитации для женщин, которые перенесли рак молочной железы. У нас прекрасное физиоотделение с аппаратурой, которая помогает справиться с лимфатическим отеком у этих женщин. Там работают и психологи, там и работает у нас зал лечебной физкультуры с инструктором и с врачом лечебной физкультуры. Женщин обучают, как правильно заниматься физкультурой. У нас есть также невролог, если есть какая-то симптоматика по неврологическому, по болевому синдрому. Но вот это основные как бы, врачи, с которыми женщины встречаются раз в год. Понятно, что здоровых людей на планете не существует. Если недообследовано. Это точно. Какие анализы должна сдавать обычная женщина, например, корреспондент телеканала, да, вот. Или продавец, да. Чтобы все время держать свой организм? Ну, как я уже говорила, это первое, клинический анализ крови. Нам нужно посмотреть уровень гемоглобина. От этого тоже зависит функция тканей. Мы должны сдать биохимический анализ крови, чтобы посмотреть, как функционирует печень. Обязательно нужно сдать гормон щитовидной железы, обязательно нужно смотреть уровень глюкозы. Если есть тенденция к лишнему весу, мы смотрим инсулин. Обязательно мы должны сделать УЗИ органов малого таза. Если есть нарушения в менструальном цикле, мы исследуем гормоны половые. Если у женщины регулярный менструальный цикл, то в принципе смысла в этом обследовании нет. Ну и УЗИ брюшной полости, я считаю, что это обязательно, потому что печень – наше все. Печень утилизирует наши гормоны. До конца эфира у нас осталось не так много времени, минут 5, и я бы хотела поговорить вот о чем, о репродукции, об основных проблемах современного общества. Что можете сказать об этом? Ну, сейчас это тоже одна из таких проблем, потому что, когда я начинала работать, бесплодных пар было там порядка 7-10%, то сейчас практически каждая четвертая пара, она испытывает проблемы с деторождением. И если раньше мужское бесплодие было прям единичное, то сейчас считается, что в причине бесплодия 50% на 50. 50% это мужской фактор, 50% это женский фактор. Ну и это связано, мне кажется, с многими факторами. Во-первых, я думаю, что это связано с тем, что сейчас мамы рожают нездоровых детей. Потому что курят женщины беременные, потому что не спят, потому что неправильно питаются, потому что стрессовый фактор. То есть здоровье наших будущих родителей – это здоровье матерей, которые вынашивают эту беременность. И это уже доказано. От питания беременной женщины зависит здоровье ее внуков в том числе, не только ее ребенка. Всесилие гаджетов. Неправильный сон, как я уже говорила, хроническая стрессовая ситуация, гиподинамия. Это все влияет на качество яйцеклетки и на качество сперматозоидов. Машины с подогревом, сауны и все такое прочее тоже влияет на качество спермы. Беспорядочная половая жизнь, это инфекции, передающиеся половым путем. Это тоже влияет на фертильность. Ну и гормональные изменения, сейчас очень много поликистозных яичников, тоже связаны в том числе и с внешней средой. У нас воздействие внешних факторов, это ксеноэстрогены, это химические вещества, по строению похожие на наши женские половые гормоны. Это пластик. Это использование вот всех, если пластиковая бутылка постоит на солнце, то ксеноэстрогены этого пластика мы потребляем. Это гормоны, которые используются в пищевой промышленности. То есть посмотрели стоки воды, проверили по качеству, то есть там зашкаливают все гормональные средства. То есть мы питаемся нездоровой пищей. Мы употребляем очень много косметики, в которых тоже содержатся ксеноэстрогены. Мы пьем очень много алкоголя, да, это тоже для мужчин и женщин тоже большие факторы для развития
дисгормональных состояний. Поэтому если люди будут задумываться об этом, то, в принципе, я думаю, что многого мы вот этих из факторов можем убрать. Правильно ложиться спать, правильное питание, здоровый образ жизни, движение и позитив, потому что мы очень стали злыми, раздраженными. И поменьше гаджетов. Потому что, да, потому что психосоматику никто не отменял. То есть, да, вот все-таки любовь, тоже... любовь, и она делает добро. В последнее время много врачей, кстати, стали обращать внимание на психосоматику, и это так меня радует. Друзья, есть вещи, которые от нас не зависят. Мы не можем повлиять на качество воды в наших кранах, да? Мы не можем глобально повлиять на экологию в городе. Но есть вещи, которые зависят исключительно от нас. Это наш личный образ жизни. Если мы занимаемся спортом, если мы придерживаемся здорового питания, то и здоровье наше будет поддерживаться на должном уровне. Наша передача подходит к концу. Я хотела бы предложить вам сказать нашим зрительницам на прощание несколько слов, может быть, напутственных о том, чтобы не забывали диагностироваться и проходить обследование вовремя. Ну, я думаю, что женщина быть прекрасна, поэтому мы должны любить себя и сохранять свое здоровье и выделить один день в году для того, чтобы проверить свое здоровье и остаться здоровой на долгие годы. Потому что нашим детям нужны здоровые мамы, нашим мужьям нужны здоровые жены, и нашим друзьям нужны здоровые подруги. Я согласна с Татьяной Николаевной полностью и добавила бы еще и хотя бы один час в день, чтобы женщины наши находили время уделить себе. Лично себе, побыть эгоисткой, полюбить себя, принять ванну с пеной, выпить чашечку кофе, притормозиться, почитать книжку, повязать и быть счастливой в этот момент. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что пришли. Друзья, завершая наш сегодняшний эфир, хочется сказать, что октябрь — месяц информированности о раке молочной железы, но каждый из нас должен помнить, что рак — это не приговор, и сегодня он лечится, причем очень хорошо лечится. Главное — просто вовремя обратиться к врачу. Я благодарю за то, что вы смотрели наш эфир. Спасибо большое и до новых встреч!